На встрече присутствовали 13 будущих студентов с представителями, а также проректор по образовательной деятельности вуза Екатерина Турилова, директор департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Юлия Виноградова, а также ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик. Главной целью встречи стало знакомство ребят, которые сдали единый государственный экзамен на 100 баллов с руководством вуза, а также обсуждение образовательного процесса на предстоящий год. Всячески приветствуем, так нам идут ребята высокопарники. Более того, с принятым решением мы еще вас и поощрим материально за то, что вы так хорошо в школе учились. Значит, 100 бальники получите на время выплату 100 тысяч, 200 бальники 200, но если будут 300 бальники, и получат 300 тысяч. Я думаю, что это хорошее подспорье перед началом учебного года. Далее для ребят выступила Юлия Виноградова, директор департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания. Она рассказала абитуриентам о активной студенческой жизни, поделилась результатами работы департамента и отметила, что студенты Казанского федерального университета ежегодно получают звание «Студент года» по Республике Татарстан и другие почетные звания. Также в ходе встречи будущим студентам вручили брендированные рюкзаки, которые были наполнены продукцией Казанского университета. Как отмечают сами ребята, для них Казанский федеральный университет – один из самых лучших вузов России. Эти встречи очень важны, потому что именно они показывают возможности. Казанский федеральный университет – это в первую очередь возможности. Они прошли сейчас очень такой большой путь, когда достигали вот этих высоких баллов, и сейчас перед ними стоит выбор. И прежде того, что мы выбираем вуз и выбирая специалисты, еще необходимо рассматривать, что сейчас будет у них самореализация. И вот как раз Казанский федеральный университет, он помогает самореализоваться в разных направлениях. Это и в науке, и в образовании, и в творчестве, и в спорте, и в своих идеях, и в проектах. И самая главная особенность очень сильная, что мы делаем тесную связь между преподавателем и студентом, потому что именно наставник помогает достичь новых успехов, сформировать траекторию, привести к победам и открыть новые имена. Я трехкратный призер с Российской олимпиады школьников по технологии. И благодаря этой олимпиаде я смогла поступить без вступительных испытаний, и мне приравняли экзамены к 100 баллам. Я поступаю на архитектуру и проектирование. Казанский федеральный, ну, это самый сильный вуз нашего региона, это федеральный вуз. Очень почетно здесь находиться сегодня. В завершении встречи у ребят была возможность задать вопрос руководству Казанского федерального университета и пообщаться в неформальной обстановке. Далее, по традиции, была сделана общая фотография абитуриентов с ректором КФУ Ленаром Сафиным. На сегодняшний день заявление на обучение в КФУ уже подали 316 стобальников, 17 абитуриентов, набравших 200 баллов по результатам ЕГЭ, и один 300-бальник. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.